Всем добрый вечер, хорошее настроение, позитивчик, мирного неба над головой. Уши приготовил, 2 часа варил. Вот кусочек просто оставил вареный. Наварил, лучок бросил в конце варки, немножко поперчил и соли добавил немножко. Вкусненько, это уже на сале жарил. Остальные 2,5 уха. Плохо, горчичку дома забыл. И перчик вот эти посыпал. Болгарский перец добавил туда, когда пережарил уже в конце. Что-то захотелось так. Ну так прилипает оболочка-то ушная. Угу. С чесночком пережарил на сале. Перчик. Такой намного вкуснее. Может, огурчики есть, вот типа. Может, добавить еще было соус. Тоже нет. Вот так 8 из 10, нормально. Вкусненько. Соевый соус. Вкуснее, чем в магазине, и помягче. Какой вкусняшка. Ловушку что-то не проглотил. Первый раз сам приготовил уши свиные. Классика. Ну, естественно, пучок витамин будет, все травмы. На сале жарить очень вкусно. Хотя сначала на масле, потом не лучше на сале. Такая вещь.